Итак, вернемся, кстати, забыл сказать по цене данной юбилейной 50 копеек. Революция октябрьской предназначенной материала. У нас медь, цинк, никель. У нас получается цена у нас по каталогу 12 гривен в идеале. Вот. Даже не знаю, сколько вот эта монетка потянет, или не вообще что-то потянет в таком вот состоянии. Но можно попробовать отреставрировать, очистить. Так, по рублю 67 года тоже забыл сказать цену. Цена у нас данной монетки 21 гривня по каталогу в идеальном состоянии. Состояние тоже, видите, не идеальное. Так что сколько стоит? Ну, по моему опыту, они стоят не очень дорого. Следующее, что у нас идет по ювелирке, это у нас вот такое вот 1-рублевое. 1 рубль. Такие вот, и здесь у меня попалось, ну, очень много. Их, кстати, очень много. Цена их реальная очень низкая. По каталогу, правда, она стоит 17 гривен. 100 років від дня народження Володимира Ілліча Леніна. Та по-українськи у нас 100 лет со дня рождения В.І. Леніна. 1 рубль. Монетка, походу, такі вот где-то лежали в земле. Где-то они лежали в каком-то схроне. Вот. Может почистить и будет отличное состояние. Вот. Я не знаю. Их здесь у меня их много попалось. Вот. Штук. Кому нужно, пишите. Отправим. Так, следующее у нас по ювелирке. Это у нас тоже одна из самых распространенных юбилейных, которые были в обиходе. Это у нас 1 рубль 65 года. 20 лет победы над фашистской Германией. Або 20 років перемоги над фашистською Німеччиною. Каталожна ціна 19 гривень в ідеалі. Дані монетки теж у мене не в ідеалі. От. Ну, вони були в обиході, самі розпространені. От у мене їх тут попалось 3 штуки. Так що сказати, що мають вони якусь рідкість, в принципі, ніякої рідкості не мають. Так, следующая наша ювелирная монетка, более редче, но тоже, в принципе, никакой ценности. Это у нас тоже монета с обихода, 30 лет победы Великой Отечественной войны, тоже 1 рубль 75 года, тоже сохран такой себе, где-то лежали в схроне, походу, не все. Вот, попалась мне, походу, какая-то кладуха чья-то, вот. У нас город надпись 9 мая 1975 года. Такая вот надпись. Такая вот ювелирная монетка. Каталожная цена в идеале 26 гривен. По своему опыту скажу, что она столько не стоит. Никто ее за такую цену не купит. Вот. В лучшем случае продать за десятку. Если получится, то это хорошо. Ну вот самый жир самого этого перебора. Это у нас две ювелирных монетки. Первая ювелирная монетка. Это у нас Тарас Григорьевич Шевченко. Ось, 170 років від народження Тараса Григорьевича Шевченка. 1 рубль 1989 года. Состояние такое вот отличное. Монетка уже не с обихода, уже с коллекции. Вот. Надпись на гурте у нас 1 рубль. 1 рубль, такая вот раз Григорий Шевченко. Вот это самая шикарная тут ювелирная монетка. Вот цена к каталогу 43 гривня. Ну, каталоги цена, конечно, в запайке, наверное, указана. Ну, эта монетка у нас не запайки. У нас еще, кстати, с каким-то вот дефектом.
Да, с каким-то дефектом. Или раскол. Раскол штампа, походу. То есть такая вот брачная монеточка. Может быть, стоить, кстати, с таким вот браком, может стоить хороших денежек. Вот. Ну, вот такая вот шикарная монеточка. Следующая это наша монеточка. 1 рубль. 89 года. 150-та річниця народження Модеста Петровича Мусоргського. Така ось теж чудова монетка, чудова деталізація. Герб СССР, 1 рубль 89-го року. Кошта заложена ціна 43 гривні. Я думаю, що в цій монетці ціна 20 гривень або 25 гривень. 43 гривні, я думаю, це вказано в запайці. Ось. Тираж, кстати, 3 мільйони штук даної монетки. Так що рідкості вона не являє, але вже їх в наш час знайти тільки на аукціонах. Всім дякую за увагу. На цьому будемо закінчувати наше відео. От. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто хоче, оставляйте коментарі. Кого що-то інтересує, пишіть в коментарях. Отвечу на всі. Всім благодарний за увагу. Всім пока, до нових зустріч.